Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер под книгой 3209. Обувь детская, ношена, правый ботинок, заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене? Кто носил его? Владок или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый? Подпорядковый номер 3209. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени, суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот правый ботинок с заплатой, снятый Гитлером жертвы 3209.